отдыха, имели свои индивидуальные программы, занимались по ним. Сегодня у нас было очередное полное медицинское обследование, которое проходит раз в полгода. Все ребята чувствуют себя неплохо, жалоб нету, никаких проблем не выявлено, готовы к тренировкам. Учитывая отсутствие лишнего веса и довольно хорошие показатели на беговой дорожке, ребята довольно серьезно подошли к своему восстановлению и подготовке к сезону. We'll be right back.